155-миллиметровая самоходная гаубица «Наура Б-52», по-сербски «Ново оруж», артиллерия, новое орудие артиллерийское, это сербская разработка, которая состоит на вооружении сербской армии, а также активно поставляется на экспорт Кипр, Бангладеш, Кения, Мьянма. Самоходная установка была создана военными инженерами компании «Югоимпорт» из ДПР в 2006 году как современная и скорострельная САУ. С тех пор САУ неоднократно модернизировалась. В качестве шасси для самоходки использовались шасси повышенной проходимости ФЭБ-2632 и КАМ-АС-63501 с колесной формулой 8х8. В качестве орудия используется модифицированная версия еще советской гаубицы пушки Д-20. Современные версии самоходки получили защиту, которая позволяет защитить расчет и основные узлы и агрегаты установки от осколков снарядов, мин, а также от всех видов стрелкового оружия. Сегодня данная САУ активно экспортируется в страны Азии и Африку. В октябре 2011 года был подписан контракт между Сербией и Бангладеш, который предусматривал поставку компании «Югоимпорт» 18 самоходок «Наура Б-52», 3 батареи по 6 САУ для сухопутных войск этой страны. Все поставленные Бангладеш самоходки отличались наличием установленной на них системы «Сигма-30» от французской компании «Сейджем» для автономного определения собственного положения на местности и целеуказания. Помимо Бангладеш, САУ «Наура» Б-52 состоят на вооружении войск Мьянмы 36 единиц и Кении, которая заказала 30 таких самоходных артиллерийских установок. На вооружении сербской армии находятся не менее 18 САУ данного типа. Пушка-гаубица устанавливается на поворотной платформе, расположенной в задней части шасси, и в походном положении установки фиксируется по ходу ее движения. Наводчик может освободить орудийный ствол с помощью нажатия соответствующей кнопки, после чего орудие поднимается вверх при помощи ручного манипулятора. Орудийный ствол оснащен дульным тормозом, при этом термокожух или устройство для отвода газов изначально отсутствовали. Поворот в горизонтальной плоскости или изменение угла возвышения осуществляется за счет гидравлической системы. В развернутом боевом положении орудие самоходной установки чаще всего повернуто назад и стабилизируется с помощью 4 электрогидравлических телескопических стабилизаторов. В экстренных ситуациях орудие в состоянии вести огонь и по ходу движения машины. Как сообщает предприятие-изготовитель «Югоимпорт», приведение артиллерийской системы в боевое положение потребует от расчета примерно 60 секунд. Точно такое же время понадобится для смены позиции при переходе к походному положению. Максимальная скорострельность артиллерийской установки составляет 6-12 выстрелов в минуту в зависимости от версии. При этом первые 3 выстрела производятся в первые 20 секунд. Высокая скорострельность достигается за счет применения автомата заряжания. Возимый боекомплект установки состоит из 36 снарядов разного типа. Не так давно данная самоходная артиллерийская установка от компании «Югоимпорт» в очередной раз была модернизирована. Новое поколение САУ «Наура» Б-52 внешне заметно отличается от машин-предшественниц именно за счет появления полноценного бронирования всех основных узлов транспортной платформы, за счет чего изменился и внешний вид САУ. Использование полноценной бронезащиты повышает выживаемость орудия и экипажа при воздействии осколков от разорвавшихся поблизости ракет и снарядов. Также в виде опции на установку может устанавливаться ВСУ – вспомогательная силовая установка, которая предназначена для энергоснабжения всех подсистем артиллерийской системы, механизма автоматического загрузчика боеприпасов, системы наведения в вертикальной и горизонтальной плоскостях спускового механизма. Использование ВСУ в состоянии повысить автономность работы системы.